То праздник рад, то ты накануне елку купил. Сегодня нам расскажут, где эти самые елки хранят, и покажут, откуда их привозят. На елочных базарах у нас заготавливаются, продаются не только с нашего региона, а также из соседних регионов, Кемеровской области и Республики Алтай. На территории края, для сравнения, идет огромный спад, интерес вообще к новогодним елочкам. Люди больше покупают искусственную ель. Для сравнения, в прошлом году заготовлено 20 тысяч деревьев хвойных пород официально. А в этом году, на сегодняшний день, всего 8 тысяч. Вопреки расхожему мнению, на новогодних базарах молодые ели не продают. Именно эти деревья сейчас внимательно охраняют от посягательств. А на новогодние базары увозят верхушки старых еловых, либо же те деревья, которые удалили, чтобы проредить лесополосы. Заготовка новогодних елей начинается где-то в конце октября. Конец октября, начало ноября, до Нового года. Итак, здесь хранятся деревья, что будут радовать вас, вероятно, до середины следующего месяца. Всего в крае планируют подготовить 16 тысяч деревьев. Здесь их около 600. Кстати, продажи уже идут, и к концу месяца помещение опустеет полностью. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.